Привет, друзья! Вы на канале «Кухня без фанатизма». И на наших рецептах можно избавиться от лишнего веса, сохранить стройность и здоровье. И сегодня я буду готовить полезные сырники. Я беру 0,5 кг творога жирностью 9% и 3 банана весом 340 грамм. Бананы я буду использовать вместо сахара. Добавляю сюда пакетик ванилина. Слегка подсаливаю и добавляю 3 столовые ложки 40 грамм овсяных хлопьев, измельченных на блендере. Можно использовать овсяную муку. И сюда же отправляю 4 яйца. И все начинаем перемешивать. А бананы вот так вот измельчаем вилочкой. Значит, используем муку, либо вот овсяную, как у меня овсяные хлопья, либо овсяную муку, либо цельнозерновую муку, либо гречневую, но ни в коем случае, например, не рисовую. Рисовая не даст вам избавиться от лишнего веса, будет препятствовать. А можно просто измельчить всю массу блендером. Вот такая масса у меня получилась. Теперь я ставлю сковороду на небольшой огонь. Добавляю 1 чайную ложку 4 грамма растительного масла. И нагреваю. И выкладываю массу на разогретую сковороду. Вот так вот, как оладушки. Готовлю под закрытой крышкой до зарумянивания. Прошло где-то 4-5 минут, сырники переворачиваем. И столько же готовим также под закрытой крышкой с другой стороны. Огонь, друзья, самый-самый маленький. Ну, прошло где-то 5 минут и с другой стороны. Все уже прекрасно готово. Выкладываем сырники на тарелку. Друзья, мои сырники готовы. Это действительно самый полезный вариант для похудения, для правильного питания. Они, во-первых, очень вкусные, сладкие, без сахара и сахарозаменителей. Во-вторых, они не содержат ни манки, ни рисовой муки, ни пшеничной. Сделаны на основе овсяных хлопьев. Здесь достаточно белка, яйца. И минимум количество растительного масла. В общем, на мой взгляд, это самый полезный вариант ппшных сырников. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения и до встречи в следующем видео. Да, друзья, забыла сказать, как всегда, что-нибудь забываю. На 100 грамм таких сырников 181 килокалория. Рецептура и другую информацию вы найдете под видео в описании. Пока-пока!